Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай пропоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Ну, перед тем, как начать, какие-то вопросы или что-нибудь, просто будете смотреть. И потом вопросы. А потом вопросы, да? Или как? Ну, я так хочу сказать. Разминка, не разминка. На первый вид, вот так вот, как у меня мысль идет, вроде как очень тупое занятие, поднятие этих весов. Но за этим тупым занятием стоят очень мощные механизмы воздействия на организм человека, на его психику, на его возможность работать с пространством, оказалось бы. Потому что, так, если ты хочешь заявить перед, ну вот, кому-то, ты прежде всего заявляешь свою силу, возможность напрягаться. Во, я какой! И вот этот вот тренажер как раз вот позволяет. Во! Вот, то есть это очень большое имеет значение, когда ты заявляешь о себе перед пространством, что ты хочешь совершенствования, хочешь развития. Вот. Ну а дальше тут пойдут интересные вещи. Правление суставов, воздействие на костный мозг, потому что нагрузка будет как раз вот так вот идти. И костный мозг будет работать. Со своего опыта хочу сказать, я свой опыт буду вам рассказывать. А те исследования, которые там были проведены, вообще-то оказалось много видео, в которых там рассказывают об этом. То есть сам Самодумов устраивал различные презентации, съезжались разного рода целители, которые как раз эту методу, ну, разбирали, говорили о том, о сём, с разных сторон. И плюс, конечно, огромная исследовательская работа была проведена со слов Самодумова, потому что меня там не было, это в Америке. В Америке им заинтересовались, пригласили, и там его американцы дали ему больных на ходунках, которые ходят туда люди, чтобы проверить, как это работает, какой-то там госпиталь. И вот он занимался, занимались эти больные, занимались врачи, занимались корреспонденты, и вот он это все показывал. Все это было изложено в англоязычном журнале, как Самодумов сказал, чуть ли на миллион тиражей. Многие признали это самой лучшей лечебно-оздоровительной методой, а туда дальше все это потихонечку сошло, значит, как бы на нет. Ну, это если кто досконально хочет узнать, какие происходят изменения, это уже, как говорится, ваша работа по вот, найти вот этот журнал, посмотреть вот эти видосы, где там они замеряют, ну, как бы ауру до, потом после. Ну и плюс, это буквально таки вчера я прочитал, говорит, остались ученицы Самодумова в Серпухове, говорит, можно с ними связаться, и они там что-то там расскажут. Вот, я же за 5 лет наработал свою собственную методу. Вот это. И сейчас мы с вами как раз по моей методе и прогоним. Будь смелее, акробат! Подбирается. Подбирается такая высота, чтобы минимально ноги в коленях были согнуты, но в то же время была возможность давить, проявить максимальное усилие. Нус. Давайте, потихонечку. Опа, отлично. Пошел. Отлично. Еще разочек. Хватит, хватит, хватит. То есть нагрузка идет вот вдоль и именно по костям. По костям воздействие на суставы минимально. Но тем не менее это. И что важно, спина. Поехали. Пошел, пошел, пошел. Отлично. Пошел. Два. Потихонечку плавнее. Три. Еще раз, три. Опа! Хватит. Спина прижата. И вот как раз вы говорили. Вот прогиб сюда,
доставляет неудобства назад. То есть у нас позвонки в поясничном отделе, они все уходят вперед в область живота. И вытащить их очень трудно. Вот, ну, так скажем, костоправы там применяют, банки, еще что-то. Я много у них лечился и знаю, и так дергают, и пытаются это. А здесь происходит, когда вы это делаете, хорошо, опа, отлично, плавнее, плавнее, не пиши, еще разочек, вот, еще разочек, хорошо, не тяжело. Здесь происходит как раз расплющивание таза, расплющивание поясничной области, и вот это все, что ушло сюда, внутрь, оно выдавливается сюда и становится на свои места. Растаскивается, знаете, вот это вот то, что там ушалось. Получается очень совещательный результат. И ну вот Вера поделает, и вы, она сразу же скажет, ей стало легче или нет. У некоторых людей, слышал, треск становится, позвонки, такой треск, как это, бум. Ну-ка, потихонечку. Я стою, контролирую. Просто-напросто. Еще раз ошиб. Хватит. Почему я использую несколько раз? А я думаю, ты еще подойдешь. Я подойду. Потому что с одного раза, вот если как Самодумов там говорил, Сергей Прокопьевич, одного раза, я считаю, недостаточно, особенно для того, чтобы научить людей. Они не знают, как давить, как напрягаться. И когда несколько раз, то происходит, как бы сказать, человек понимает, куда направлять энергию, что там делать. И результаты лучше. А также вот 4 подходика, и это будет отлично. Вот. Так, собрались, не спеша, мощно. Даем, отлично. Раз. Еще разочек. Два. Отлично. Три. И все, хватит. Можно сказать, для нее она получила достаточную нагрузку, закончена. Хотя мы там можно еще прибавлять. Почувствовала усилие, распрямилась там в области таза, поясницы. Вот это самое, как говорится, важное. И особо не затягивает для здоровья. Это вот раз, вот как она сделала, это отлично. Если там какие-то результаты уже там большие, этот человек вот так вот готовится. Вставайте, валенки, давайте. Вере. Тогда только что-то там это. Давай, пока ложись. То есть вот здесь, когда человек не понимает ложиться, значит, что мы первое? Значит, вот таз, вот как раз, видите, таз, и вот это, где он будет давить, они должны быть на одной линии. Раз. Значит, удобненько должно лежать. Убрать? Да я сейчас сам, потом. Должны удобненько лежать, чтобы таз, так сказать, был при этом прижатый, да. Иногда некоторые любят, чтобы еще дополнительно под таз еще подложили, чтобы он как бы немножечко выше был, тогда, как бы сказать, ну, удобнее им давить. Важная особенность этого упражнения заключается в том, что вот этот вот гриф, он должен быть расположен вот здесь вот, на основании пятки. Не на пятки, больно будет. Не здесь больно будет. А именно вот пятка заканчивается, вот здесь вот как раз это все. И начинайте всегда с малого, буквально это 140 килограмм. Галина, она сделала с 300 килограммами. Здесь мы начинаем 140. Ну-ка, потихонечку, плавненько. Хорошо. Так, немножечко, вот еще. Вот. Встаньте лишний раз и, как бы сказать, посмотрите, процентуйте, чтобы она там была. Потому что если человек давит одной стороной больше, у него может вместиться. Для того, чтобы не было, ну, попервах, я вот держу так, чтобы гриф туда-сюда не ходил. Потихонечку, Верочка, упираемся, потихонечку. Даем. Еще раз, хорошо. Еще разочек. Хорошо. Еще плавненько. Хорошо. Так, какие ощущения? Первый раз человек спрашивает, какие ощущения, что вы чувствуете, где, что, как?
Такое ощущение, что я больше работаю спиной и прессом, хорошо, чем ногами. Хорошо, пускай. Пускай. Ляжка еще сюда поближе. Да, поближе. Во. Да, может, я чуть-чуть поменьше попротив сапогина, то, что у нее прям таз отрывается, когда не распирается между копчиком, а вот... Сейчас. Ну да, я чисто прессом, мне кажется, работаю. Ну давай. Под... На разгибание? Сейчас посмотрим. Подкрути копчик. У меня ноги уже выпрямились, да? Да, вот сейчас. Все. Это самое, Вера, ну-ка встаньте. То есть здесь мы регулируем теперь. Для того, чтобы все это было, под каждого человека индивидуально мы подгоняем это всю конструкцию. То есть вот так вот, только раз, положили, добавляем еще, вот, у тебя таз лежит, и ложись сюда. Сейчас посмотрим. И потом человек запоминает, что у него, как у него было. И все это дело пошло. Ну, немножечко ты туда легла, слишком много сюда чуть. Да таз чуть поближе, да. Чуточку. Во! Давай. Угу. И потихонечку начать давление. Пошел. Хорошо. Плавнее давим. Даем на все. То есть, что я еще это? Давай. Таз чувствует. Еще раз? Сейчас, подожди. Включаются полностью суставы, то есть они выключаются уже вот так, да? И вот тут надо быть осторожным, чтобы они просто-напросто туда не соскользнули. Поэтому начинаем с малых весов. И смотрим, чтобы человек даже немножечко не додавливал. Не так он, а вот так немножко было. Но вес при этом оторвался. Так, ну-ка давай. Еще разок. И в последующем добавляете. Ну-ка потихонечку, плавненько. Наращиваем. Хорошо, отлично. Давай. Вот так вот. Даем. Еще разочек. То, чтобы человек почувствовал, как давить, что там было. Отдыхание отпустило. Значит, все эти часы, металлические вещи с себя желательно снять. Ну как самочувствие? Что скажешь? Такое ощущение, что таз немножко разошелся. Вот, таз разошелся. То есть это у людей, у которых зажим там этих самых нервов, это как раз то, что надо, добивается. Он только раз раздвинулся, вот это все уходит, и человек чувствует себя лучше. Ну-ка, полегонечку. Напрягаться надо плавненько. Давай, потихонечку, как трактор. Хорошо, раз. Ну-ка, давай-ка, еще разочек. Мощно, пошел. Два. Так, еще разочек. Пошел. Хорошо. Тяжело, не тяжело? Не тяжело. Отдыхаем. Делаем последний подход. И в последующем вот человек дошел, ну, сейчас вот, допустим, 220 килограмм, сейчас, подожди, 260 килограмм, да, сделает. На следующей тренировке вы ему добавляете 10 килограммов, не надо там это, и пошел он, 10, на следующую тренировку еще 10, чтобы подготовились суставы, чтобы человек научился, как давить, чем давить, понял, как напрягаться. Ну-ка, покажи-ка, как ты можешь напрягаться. Пошел, отлично. Плавнее так. Дави, хорошо. Ну и вначале человек просто давит. Хорошо. Хватит, наверное, да? На сегодня хватит. Ну, что чувствуешь? Что тебе, что, как? Улыбается. Когда человек улыбается, то говорит, он получил достаточную энергетическую нагрузку. Улыбка сразу же у него, значит, освободился таз, это тоже от всех этих болей, значит, тоже улыбается. То есть человек должен получить после этого довольство. Геннадий Петрович, как часто делать упражнения? Раз в неделю достаточно, раз в 10 дней достаточно. По росту, да? Да, желательно по росту. Даем валенки,
Вот, хорошо, потихонечку давим. Потихонечку. Вот, хорошо, отлично. Вот, хорошо, отлично. Еще раз, все, хватит. Раз, два, три, больше там не надо. Не тяжело, все нормально? Нормально. Ага. Вот здесь напрягается. Напрягается, да? Чуть-чуть надо касать. Да, мне кажется, надо ему лечь. Потихонечку. Хорошо. Пошел. Хорошо. Еще разочек. Хорошо. Ну что, может подложить что-нибудь или ничего не надо? Все нормально. Он наоборот, он убрать. У него он мышцами поднимает. И чуть-чуть бедра чуть-чуть туда. Так. Подожди. Чуть-чуть, может быть, ему туда подвинуться, потому что он как не распахивает. Хорошо, вот так вот, да? Ну, со стороны, я же не знаю, как да, правильно. Хорошо, нет, правильно лежишь. Самочувствие нормально? Великолепно. Великолепно. Не тяжело? Да нет, нормально. Нет, не тяжело, да. Ну, давай, 300 килограммчиков. Ох, хорошо. Еще разочек. Отлично. И еще разочек. Все. Значит, вдох, средний вдох. И на задержанном дыхании делаем. Не на выдохе, на задержанном. На задержанном, да, дыхании. Средний вдох. Угу. Опа. Потихонечку. Пошел. Плавнее. Вот. Ну что? Хватит? Ну, может, еще. Еще можно, да? Да. Что да. Там чувствуете? Где там что происходит? Ну вот, тазобедренный сустав, он. Ну, да, правда, есть какой-то такой. Расширяете, да? Да. Потихонечку. Вот. Хорошо. Пошел. Еще разочек. Хватит. Посидите. Расскажите свои ощущения. И следующее. Необычные. Необычные. Я не занимался таким образом. И заулыбался. Да? Да, вот это вот упражнение интересно. Она оздоравливает органы малого таза у мужчин, у женщин. Это не прячь. Хорошо, на предстательную железу все это работает. Доблет. Запускается гормональная система. Саша, дай. Лучше работает. Валенки. Здесь получается рычаг один к трем. Поэтому. Здесь получается так, что вес, который мы сюда вешаем, он сразу в 4 раза становится больше. Не так, нет, не так ложится. Так, я тоже еще до лета в прошлый раз было 550 на ноги, если я прожил. Я как Прокопьевич учил, да, так и делать. Прибавить немножко. Чтобы почувствовал это прибавление. Ровно? Понятно. 1-4 понятно. Чемально? Да. Дань Петрович. Все, расположился сейчас. Подожди, не спеши. 550 у тебя ноги были, а руки и пояс сколько, помнишь? Сейчас в телефоне. Есть, примерно. Ну давай, примеримся. Давай, примеримся. Таз нормально? Нормально таз. Готов. Потихонечку, давай. Да. Ну что, нормально? По длине имеете, да? Не, вообще нормально, все? Да, нормально. Еще? Еще? Давай. Еще дави. Давай. А, еще. Здесь другая система. То есть привыкли. Давай, смелее. Раз. Отлично. Еще разок смелее. Два. И еще разок смелее. Вот, все, хватит. То есть вот она работа. То есть должна быть не просто раз ты поднял там и ждешь, пока там альфа-состояние там прибудет, а работаешь. И нарабатываешь мощь. Это вторая методика тебе. То есть это как раз методика для обычных людей,
то, что надо. Тут все эффекты у вас будут. Сейчас, подожди, еще по 200 дай этот, пожалуйста, Саша. Сколько? Десочек один такой большой. Раз он поднимал. Ну-ка, потихонечку. Дай-дай-дай, раз, хорошо. Дай, отлично. И еще раз. Все. Не тяжело? Нормально? Все? Нормально. А то, может быть, там угол несколько там был. Более этот самый. А, имею штангу по этот гриф? Да, чуть-чуть повыше. Да, да? Как будто да. Ну, вешай еще один, блин. Длиннее доставьте, я сейчас это сделаю. А то мы сейчас можем переставить все это. У меня там и размеры я делал, записывал. Ну, вставай. Сейчас давайте я сейчас быстренько доставлю. Я понял, что тут надо делать. Я вижу, что угол несколько не то. То есть заниматься можно и с этим углом, но вообще-то, так, если человек, он говорит, уже что-то там давил, или что-то там у него такое, как говорится, бывало, ему надо уже этот угол подобрать больше. Ну-ка. Ложись-ка. Сейчас посмотрим. Да. Да, все вместе. Вот это что-то другое дело. Чувствуете? Уже как поднялось. Да. И сейчас он совсем по-другому будет давить. Ну-ка потихонечку. Хорошо. Раз. Еще разочек. Даем. Два. Еще разочек. Пошел. Ну что, хорошая нагрузка? Да. Хорошая. Больше не увеличиваем? Закончим? Можно немножко. Можно немножко. Таки. Считаем. Вот это уже 500 килограмм. Вот это 400 висит, да? Угу. И сама рама 100, вот кто спрашивал. Сама рама, как сказал Сергей Прокопич, она 100 килограмм. Набрасываем вот эти все диски по 10 килограмм. Их тут 10. Да? 10? По 10. Да, по 10. 1-4. Вот, 1-4. Сразу тут висит 500 килограмм. И потихонечку. Да. Отлично. Раз. Хорошо. Больше ножками так. Туда ножками. Отлично. И еще разочек. Уперся. Хорошо. Так. Меньше лицом работать. То есть лицо здесь должно быть расслаблено. Да, последнее мне прям. Ну что там, расплющилось? Ну да. Прочувствовалось? То есть вот одно дело раз человек поднял, он какую-то энергетику получил, а то ты три раза поднял. Ну третий прямо уже, да, на пределе пошел. Я с вами говорю, в конце лета будете форменные звери. Большой я тоже прибавил. А? Может 550 делал на один раз? Да я думаю, хватит. Как сам чувствуешь? Ну на один раз, да, если разрешите. Сам попробуешь? Да, конечно. Ну давай, вот эту штуку сюда подвинь. Вот так? Ну да, чтоб ты чувствовал, что это. А то ты туда. Так, 520, 550, говоришь. 540. 530. Сам, да, я ничего не это. Потом я вам продемонстрирую возможности дуги. Единственное, я тут буду держать, чтобы она особо не скользила. Все, я тут геометрию... Сюда, чуть-чуть. Во! Угу. Еще чуточек. Да. Вот так примерно, да. Чтоб не скользило. Ну, потихонечку. Ох! Идет. Чуть-чуть. Ну? Лежи. Давай, опять. И чтобы это самое, последний подход человека надо взбодрить, чтобы он это самое поверил в свои силы. Ну-ка давай. Будь смелее, кровать. Пошел. Мощно. Оба. Раз. Еще разочек. Пошел. Два. И еще разочек. Ну-ка, прояви силу. О! Третий раз самый легкий был, да? Значит, короче, а можно я сама тоже, я же 500 убила. То есть, а для того, чтобы ученика или тренирующегося ободрить там, будешь сама давить, да? Да.
Вот. Возьми за вот так вот. Что? Вот эти? Да смотри, только не замажься, а то там масло. Ага, да. Ну что, не давится? Не выходи, давай. Подстилочку, дощечку убери. Давай, давай. Много. Еще разок попробуешь или я тебе это сам? Давайте еще раз попробую. Еще попробуешь? Туда, туда, это таз, 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 еще. Да, еще, да. Еще, 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 еще. Все. И колени не своди, а параллельно держи. Еще можно. Где-то еще подвесь, ага, вот так. И потом слушай мой голос. Все, отлично. Нет, угол большой, она не сдвинется. Давай. Пошел, пошел, пошел. Еще разочек. Все, пошла энергия, пошла, пошла, пошла. Нет, тут, тут угол другой, надо ниже это. О, хорошо. Да. Кто следующий? От занятия к занятию добавляйте, вот вы примерно достигли вот того. Ориентируйтесь по тому, что человек сказал, таз у меня расширился, и я довольно-таки сильно уперся. Все, хватит. На следующее занятие опять то же самое, 10 килограммчиков, то же самое, 10 килограммчиков. Все, не идите у него на поводу, надо все это дело укрепить. Вот, это другое дело, да? И медленно, плавно, как бы неохотно упираетесь. Упираемся, вот. Почему медленно, плавно упираемся? Чтобы вы чувствовали, давайте, давайте. Чтобы вы чувствовали, что с вами происходит. Больно вам, не больно. Чтобы вы могли вовремя остановиться. Еще разок, хорошо делаешь? Вот, отлично, все, отдыхаем. Вот как раз высоту подобрали, то, что надо. И как раз когда человек медленно, плавно делает, у него суставы становятся на место. В отличие от того, как он быстро делает. И начинаем потихонечку. Вот, хорошо. Очень хорошо делает. Вот смотрите, он давит. Раз. Вот так и надо. Вот это можно сказать идеал. Раз. О, все, хватит. Как она? Что она? Что чувствуем? Ну, нормально все. Нормально. Хорошо. Прибавляем? Давайте. Ну, давайте 300. Не будем горячиться. Потихонечку. Вот, хорошо. Еще разочек. Хорошо. Лучше всего на задержанном дыхании делать. То есть, если вы делаете на выдохе или еще на чем-то там, или на вдохе, у вас за счет того, что вот эти грудные мышцы работают, осуществляющие выдох или вдох, у вас какое-то идет расслабление. А так вы будете чувствовать, вы сделали средний вдох, и как будто бы вот вы какой-то набрались, как подушка стали, такую энергию набрались, и вот эту энергию вы срабатываете сюда. Средний вдох. Хорошо. 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 Значит, руки вроде как некуда девать. За голову их ложите. Кстати, вот так вот удобно. Удобно, да? Удобно. Ну ладно. Удобно так удобно. Очень то есть, если мешает. Человеку удобно, то пусть будет так. Отдохните, никто вас никуда не гонит. Как будете готовы, скажете. Готов. Давайте. Отлично. Раз. Хорошо. Хорошо. Ну еще разочек. Отлично. Все. Закончили. Хватит на это. Что скажете? Ну. Тепло пошло. Тепло пошло. Да, сверх. Значит, что тут одного... еще? Процент инертной массы будет уменьшаться. То есть здесь после этой гимнастики у вас будет увеличиваться активная масса вашего тела. Это как раз ко мне входит один мужчина. Он там, в Москве одно там делает.
разные обследования, в том числе вот такое вот обследование на наличие вот этой вот активной массы. Ничего страшного. Ничего страшного. Вы это подтянитесь, вот за это вот возьмите. И слегка так. Раз. Вот. Давайте. Ложитесь. Потихоньку легли. Так, слишком далеко отъехали. Теперь сюда подвигаемся. Еще. Еще чуть-чуть. Во. Повыше. Ну хотя бы так. Ну-ка, да, давайте сначала попробуем. Не, слышно, я говорю повыше. Так, руками не давить. Не давлю. Повыше, повыше. И когда будете заниматься с людьми, скажите, вы сами там по дыркам запоминайте, какая у вас такая высота, руки за голову. Во. Плавнее. Да. Еще разочек. Хорошо. Отдыхаем. Вешаем еще. Один. Ну как? Да. Потихонечку, плавно. Вот, вот. Чуть хочется чуть переместиться. Ну, переместитесь. Выберите такое положение, чтобы вам удобно было давить. Это всегда вот это делаете. Давайте. Вот. Плавнее. Нет. Плавнее. Хватит. Вот вы лучше всего давили. Вот. Эталон. Как надо давить? Как бы нехотя, нехотя, потом мощнее, мощнее. Вот. Еще разочек. Потихонечку, да, потихонечку. Потихонечку, потихонечку, ну-ка, да, потихонечку. Вот смотрите, ошибки. Он слишком резко начинает давить. Ни в коем случае. Говорите, плавно, это как бы нехотя. Раз, а потом вот, вот там уже. Все, хватит. Еще разок можно? Плавненько. Давайте. Нет, плавненько. 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 Да, вот. Вот видите, как вас колбасит. Ну давайте потихонечку. Ну, вот всех хватит. Там же травма есть. Если травма есть, да, если кости там, какие-то суставы металлические, не там сразу спрашивайте. С металлическими суставами лучше вообще не браться. Еще там лопнет, неизвестно как. Вот, и если же травма имеется, это как раз показание к тому, чтобы заниматься, но медленно. Вы чувствовали, как вас колбасило? Поэтому надо было, я ж не знал, спрашивайте человека. Не, у меня никаких проблем. Что есть, не есть. И потихонечку давать височек. И все. Там надо... лучше не торопиться. Когда все... есть травма, лучше да. Медленнее, но и по чуть-чуть. Надо будет. А оно тогда будет эффективнее. Так, Александр будет, да, ложиться. Давай. Все легли, позанимались. Ну давай. Акробат. Ой. Подбирай высота, то все, как, что. То есть тут спешки не надо, и где-то делайте 3-4 подхода, больше не надо. Так, прибавили, да и все. Делаешь раз-два, остановился. Раз. Остановился, так. Давай. Еще раз, два. Хорошо. Так, еще разочек. Хорошо. Так же лежим. То есть человек, который занимался, все немножко по-другому занимается. Давай-ка. То же самое. Хорошо. Еще разочек. Отлично. Отлично. Еще на два разика. Хорошо. Еще разочек.
Хорошо. Отдыхай, все, отдыхай. Ставим 520. Можно это сделать заключительным подходом. Отдыхайте достаточно, вот раз. Она как бы потратила энергию, она потом раз к вам возвращается. Она не быстро возвращается, но возвращается. Александр долго залеживается. Это когда на какие-то предельные результаты идете, тогда другое дело можно. А когда вы просто занимаетесь, то есть занятия не более часа, чтобы у вас на все 5 упражнений, на 5, потихонечку. Хорошо. Еще разочек. Хорошо. Еще разочек. Ну что, еще прибавим и закончим как-то. Прибавим, да, можно. 40. Больше не будем. Или 80. 80. Это уже 600 будет здесь килограмм. И смотрите, чтобы вот это не ерзало. Как только она начинает ерзать, это он уже одной ногой передавливает, она вот так пошла. И там начинает искажение в тазе. Поэтому вот тут держите, либо на большие веса не надо ему ходить. То есть это все пресекайте. У меня было что-то. Думаю, что такое? А я же снимаю себя, вижу, ноги по-разному давят. Что мне так немножко раз. Но потом я опять подавил. Но все нормально стало. Хорошо. Ну еще разочек. Так же. Пошел, 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 пошел. Все. Смотрите и оцениваете работу человека. У него предельные напряжения сейчас были. Все, хватит на данный момент. Пускай он отдохнет. Ну да, в этот раз, кстати, более равномерно ощущается. Вот занятие раз в недельку, это будет то, что надо, оздоровительный профилактический эффект, рост всего-всего. То есть вот именно для здоровья, для энергетики, для души. Потому что, насколько я понимаю, люди приходят, они получили эффект, спина стала на место, ну, мне много раз, и они и бросили, что там ходить. Потом опять заболел, они сюда прибежали, только раз, щелк, поставили. И где-то 10-20 занятий и убежали. А так, чтобы регулярно заниматься. Ну, напитались и все. Ну, примерно. Но это желательно регулярно все-таки делать там. Пойдем хотя бы раз в две недели, чтобы они ходили, как бы сказать, себя подпитывали. И вот приходят люди из-за того, что уже говорит, о, как я без этой изодинамической гимнастики жил, потому что вот энергии, и суставы не болят, и все там такое. Как? Нормальненько? Да, поработали. Отлично. Следующее упражнение у нас дожим-лежа. И важно не гнаться за результатами, человеку объяснить, что ты напрягаешься, ты работаешь, ты чувствуешь отдачу, тепло в организме, боли уходят, суставы укрепляются, ты чувствуешь себя лучше. И это то, что надо. Галина, первое, да? Такой же последний. То есть, чтобы вы понимали, что делать, как поставить руки. Руки ставятся. Вот. Они ставятся так, чтобы кость в кость была. Так. Ну, больше много не будет. Что еще может быть? Так как энергетика очень сильно возрастает от этой гимнастики, значит, поднимается температура тела, особенно вот у людей, которые вроде бы нормально себя чувствовали. Я первый раз, когда позанимался у Сергея Прокопьевича, у меня температура поднялась. Я буквально таки горел, думаю, что такое? Ну-ка. Хорошо. Сильнее туда и. Во! Еще раз. Отлично, отдыхаем. То есть, а здесь вы делаете, чтобы не просто вот так сделали, а как бы сказать, вот туда толкнули энергию, чтобы вот это вот движение было. Во! Она самая мощная.
То есть в этой гимнастике делаются самые мощные движения, которые возможны. Именно они вырабатывают и дают большую силу энергии. И со мной он как раз сделал, ему было приятно, хорошо, он получил удовлетворение по всем параметрам. Вот это очень важно. Да, но положительной волне бы. Да. Хорошо. Так, нормальненько все? Да. Ничего не болит? Нет, просто давление на правой руке. Без помощи? Ну давай. Первый раз пробуем. Хорошо. Второй раз. Вот. Третий раз. Вот. И четвертый раз. Пошел. Отлично. Вот вы в конце концов начнете чувствовать энергию. Вот этот пошел, вот этот наклон головой. И вы ее потянули через своего занимающегося ученика. Ну-ка, ручки, наверное, это покороче. И-ка, упираемся. Вот. Хорошо. Упираемся. О, отлично. Вот это сейчас ты хорошо сделал. Давай. Плавненько только. Вот. Еще разочек. Плавненько. Все, хватит. И смотрите, а вот как только суставы как-то пошли вот так вот дергаться, этот человек слишком быстро что-то там делает. Он и плавненько, вот так, знаете, как поршни, оп, чтобы человек даже не ощущал, что он ее поднимает. А она вот как-то пошла, отдохнула. Нет, как вам удобно. Как удобно, главное, чтобы она вот сюда давила, потому что сюда это больно, видите, вот как бы сказать, вот сюда, на изгиб она, на излом. А вот сюда она давит, вот так. Так что берись, так берись, сяк берись. И потихонечку давим. О! Такое чувство, как ты от нее отталкиваешься. Хорошо. Немножечко туда. Вот. И еще разочек. Давай. О! И еще разочек. Плавнее. О! Ну хватит. Отдохни. Отдохни еще третий поток. Сразу спрашивайте, что чувствуешь? Лицо хотя бы покраснело, нет? Чувствуешь что-то? Тепло? Что? Да, вот это упражнение. В горбу уходят позвонки сюда. Выпячивают. И когда вы это делаете, они туда, наоборот, хоп, вправляются. То есть вот это упражнение вправляет в грудном отделе. Сложно мне описать то, что я чувствую. Все необычно очень. Очень необычно. Будь смелее, акробат. Оказывается, тут развивается смелость. Перед большими весами люди пасуют, неуверены, ломается движение. А это вот еще развивает вот такую смелость. Хорошо. Правильно. Ну-ка, давай. Ну, то, что, отлично. Еще разочек. Дым. О, видите, сам вес пошел. Ну-ка, прибавим тебе. Она уже схватила движение, вначале не понимала, как надо упираться. Отдохни. И тут дальше, конечно, вы будете представлять как угодно, у каждого свое. Как будто вы небо туда толкаете. Все толкается. Это уже совершенно другие тренировки. Просто для обыкновенного можно человека. Под спину засунуть, чтобы не висели. Ну, тут не обязательно под спину засовывать. Это под спину засовывать из-за того, что приподнимается вот эта, часть, да? И получается, что человек еще широчайшими давит. То есть, вот это движение, вот он делает. Вот. Ну, а тут вы просто вот такое движение. Ну. Геннадий Петрович, вот я только, получается, 2 недели назад был у Сергея Прокопьевича, у него он еще перекладину ставит, чтобы упираться, и на мостик прогиб. Можно делать, я говорю, как вам этот прогиб, удобно, а можно без мостика, то есть, это как жимлёжа, некоторые с мостом делают, другие без моста делают. Тут главное, чтобы вы почувствовали, что вы упираетесь, что вы, вот эта часть у вас работает, вот это. Лопатки.
Ну, а больше вот это вот как бы плечи. Плечи, я говорю, ну-ка. Потихонечку. Отлично. Раз. Еще раз, значит. Отлично. Еще раз, значит. И пошел. А руки одновременно выпрямлялись, а то добавили. Нет, одна вот эта отстала, да? У нее изначально левая и правая. Значит, как будто лопатка одна перекошенная. Значит, вот это тоже, если заметите, какие-то перекосы, потому что если перекосы здесь идут, все, спасибо. Да. Чтобы не увеличить перекосы, лучше. Чтобы добиваться ровненько. И тогда это все станет на место и будет очень хорошо. Валенки. Так, валенки можешь одеть, можешь не одевать. И смотрите, вот он лег, подожди. Вот он лег, вытягивает руки вот так. Смотрите, как мы примеряемся. Видите? Скорее всего, вот здесь вот где-то должен быть это. Берись. Еще? Туда, назад. Да. Медленно. Ладно, вот, хорошо. Вот это вот, вот так. Вот побито. Раз, хорошо. Вот. Чувствуется, да? Вот. Отлично, вот хорошо упираешься. Отлично, все, хватит. Хватит. Ну-ка, потихонечку начинаем. Отлично. Еще разок, так же. Хорошо, отлично. Еще разочек. Когда еще придерживаетесь, вот это вот вы страхуете, что нет вот этого вот, ну, ничего не бьется у вас там. Лишний раз ничего не бьется. Ну как, что, чё? Хорошо. Не торопись. Плавно. Отдохнул. Плавно. Давишь. И пока. Само, смотрите, напряжение, вот вы начали напрягаться, но оно где-то секунды 2-3, а то и 4 идет. Чтобы вы сразу не бросали. Так же там? Да, да. Где-то 6 подъем, 4 спускаем. Ну вот так вот. Посмотри, Прокупича, как вот это. Вот, кто хочет научные эти вещи, это он там что-то там работает в этом отношении. Отлично. Я больше старался ориентироваться так по человеку и так далее. Не плавно, плавнее начинай, как бы нехотя. Может, руки болят? Воду возьми к себе. Ты что там, руки больно или что? Небольшая травма. Ну хорошо, давай потихонечку. Не выдыхай, держи в себе. Потихонечку. Болит? Еще разочек. Все, хватит. Значит, вот эти травмы, конечно, будут проходить. У меня очень сильно болели плечевые. Не мог спать. Все прошло. Поэтому вес поменьше. Повторение может чуточку побольше. И плавненько давить. Плавненько давить. 180 грамм. 180? Да. 165 у меня предел. 165, да? Ну давай, 140 начнем. Ложись. Сергей Прокопович сам хоть показывал, поднимал, не поднимал. Да. Хорошо. Вот. Хорошо. А что правая рука дрожит как-то? Правая, а да, ну там этот, как сказать, как объяснить? Ну там этот, после пробил. Потихонечку дай, вот, хорошо. Еще разочек. Да, отлично. Еще разочек. О, хорошо. Отдыхаем. Вот благодаря вот этой вот гимнастике у вас тут особо ничего не заклинит. Пошел. У вас все будет как-то идти более-менее. А если же где-то вот идут какие-то заклины, расклины, осторожно просто надо быть. Я ни в коем случае не хочу сказать, что это плохо или это, но
Ну да, все верно вы говорите. На самом деле так есть. Если гравитационную гимнастику брать, то это такая идет плавная сборка. А правило это экстремальная разборка. Если так описать коротко. Потихонечку. Хорошо. Еще разочек. Хорошо. Еще разочек. Отлично. А? Как? Что? Следующий. Правая. У тебя синхронизировалась под конец. Да? Сколько там Геннадий Петрович получилось? Получилось 140-160 килограмм. Я все свои занятия записал на камеры. И первый год я выложил у себя на канале на YouTube, вот как я занимался, вы можете посмотреть. А остальные уже я так выкладывал, то все, 5-10 там. Я имею в виду вот дневник себе. Ну да, дневник, все я веду, записываю, все это. То есть все. Прогрессию, чтобы понять или... Ну, нормально, немножечко. Пошире возьмитесь, Еще чуть шире. Давайте. Потихонечку прилаживаемся, как бы, да, вот так. Как бы сонный просыпаюсь. О, отлично, вот это то, что надо. Вот так она должна быть. Отлично. Ну, вот есть люди, видите, как хорошо схватывают сразу же. О, хорошо. И еще разочек. А, отлично. Все, хватит. Отдыхаем. Угу. Ничего еще? Нажмите просто. Так легко вас не отпустят. С таким хорошим, с такой хорошей динамикой. Да, вообще. Мощный. Спокойный вдох и... Задержите ее на вдохе. Отлично. Да, отлично. Все прям правильно дышите. Отлично. Хватит. Как отдохнули? Подходим. То есть идет такое, нехотя, как бы сказать, вот нехотя вы. И как бы даже, знаете, старайтесь нехотя и мыслью. И потихонечку подключайте. Я так уж и быть похвастаюсь что-то с дугой. Без дуги самый лучший мой результат 220. А это где-то дня 2 или 3 назад. Дай, думаю, с дугой попробую. Там сын и дочь. 600 килограмм. Дуга это что, мостик? Нет, я вам покажу. 600 кг. Так, поехали. Отлично. Ну, легко. Ну-ка, еще разочек. Еще разочек. Сейчас. Сразу. О, хорошо. Сейчас я прям прочувствовал. Да. Аж можно эти бультики прийти. Ага, хорошо. Ну все, хватит? Да. Разгрузку почему не практикуете? Ну, можно разгрузку делать. Я иногда делаю сам разгрузку. То есть можно это все делать. Ну, то есть сейчас вас много. А так раз вы поняли. А потом можете да разгрузиться. А вот иногда, знаете, полезно, то есть вот и такие, и с разгрузкой, и с разгрузкой. Вы как бы сказать, вот раз на максимум остановились, и следующее упражнение вы уже начинаете, уже так вот, заведены, с более, как бы сказать, такой это. А то разгрузка как бы немножечко она расслабляет. Потихонечку. Хорошо. Вот руками вы даете, хорошо. Отлично. Потихонечку, давайте. Да, отлично. Еще раз. Да. Опа. Отлично. Отдыхаем. Чуть-чуть ниже нужно. Ближе. Ближе.
Еще раз. Чувствуете, возможно, а ну-ка руки выплюните. Ну, примерно так. Вот, сейчас нормально. Почувствуете по-другому, да, пойдет. Плавненько. Подвесили. Да, да, хорошо, отлично. Хорошо. Отлично. Отлично. Даем. Что чувствуете? Отлично. Отдохните, не торопитесь. Нету никаких вопросов. Все смотрим, соображаем. Переводим на ручку, да? Хорошо. Хорошо. Сразу же. Пошел. Во, все. То есть иногда надо вот это вот, чтобы, как бы сказать, энергетический канал пробить. Потому что лежит, расслабился, а вот такая раз. А потом еще два, а потом еще три, чтобы вот мышь пошла. Да, лучше? Ну, как-то. Проснулись, а тут аж можно почитать и заснуть. Плавненько. Вот, хорошо. Сразу же. Отлично. Сразу же. Так же, туда же, туда же, да, туда же, да. Оп. Хватит, лицом меньше работать. Да, 200 килограммов. Да, 200 килограммов. Ну что, следующий. Кричит здоровье. Кто у нас? Виталий, поделитесь своими впечатлениями от дожима. В потолок давил. А здесь потолок. Вот так вот и надо, не то. Потолок давить. То есть представлять. Да, можете обуться вот так, чтобы вот так. Александр сам хорошо. Давай. Еще разок сразу же. О! Все. Немножечко сюда вяжешь. Очень хорошо. Отдохну. Хорошо. Хорошо. Отлично. Отдыхаем. Отлично. Отдыхаем. Так я пока камеру. Также. Хорошо. Раз. Отлично. Повыше. Хорошо. Повыше. Отлично. Все. Вот это вот еще я говорю повыше, чтобы вот эту вот энергию, она у вас полный ход получила туда. То есть, чтобы она у вас не заставилась. Кстати, под мышками заставляется энергия печени, говорят. И поэтому как раз туда раз ее, и у нас будет лучше работать печенка. И самое интересное, чем не выше штангу отрываем, тем она легче. Вот самое трудное ее стронуть, а потом она... Хорошо. Хорошо. Пошел. Отлично. Все, хватит. Так, получается 60. 340. 340. Полежи, отдохни. Минутку отдохни. Следующее упражнение как раз все любят. Вот этот, где проявляется. А если взять, ну так, историю посмотреть, вот эти все силовые трюки, которые там делались, они как раз и делались с отрывом. Ну, человек становится так, во что-то упирается, вот, здесь помост, тут люди или там еще что-то, и он там, грубо говоря, там полторы, две, там три тонны отрывает, пока с максимальной силы человека именно в этом был. Это поскольку у вас блин такой? Сейчас я скажу. 50, да? Нет, не 50. Я так примерно прикинул, вот эти блины 360 килограмм, вот сейчас стоит. Два. На штаны. Это, так сказать, силовой прикол. Ну и потихонечку. Еще разок.
еще разок. Ну как она? Сильно вы старались? Ну, как бы последний, наверное, чуть пришлось поднапрячься, да. Последний, наверное, пришлось так чуток. Как-то три раза ничего пошло, да? Последний, да, я бы пятый, наверное, который был. Тонна 400 килогерц. Так, ну что, кто? Потом давай вот с этого начнем. То есть сначала надо подрегулировать. Ага. Подсядь. Давай. Все. Так, ну что? Нормально? О, смотрите, как я подобрал сразу же, да? То есть отрегулировать высоту, чтобы человеку было удобненько. Вот, усилие вот сюда идет. Головка приподнята. И ножками начинаем. Отлично. Еще разочек. Отлично. Еще разочек. Хорошо. И еще разочек. Замечательно, да? Набрасываем сразу же там по десятке. Такое упражнение, которое тоже здесь выравнивает спинку. Прям ощущение жизни появляется. Ножками даем. Ножками даем. Немножечко вот сюда. Во. Во! Еще разочек. Отлично. Ну еще разочек. То есть вот это почему много, чтобы человек понял, прочувствовал, куда ему давить. Во. Готово? Угу. Хорошо. Смелее. Немножко смелее. Оп. Что-то как я сейчас сделала. Все, хватит. Что там вышло? Ничего, просто левая, правая, как сказать... Дрыгнулась? Нет. Ну, Борисов, походи. Пошел извиненочка. Походи. Сколько тут, Саша? А тут уже 520 килограмм. Одна нога опередила другую просто. А вот для того, чтобы она не опередила, надо плавно давить. Плавненько. Пройдись. Чтобы человек не стоял, он как раз вот я вот прохожусь, а тут два. И подход в зависимости от веса. Ну-ка. Веком сам. Давай, затянула. Немножко, коротко. Да, говори. Ну-ка, ножками. Вот так. Вот, дави ножками. Вот. Чувствуешь? Дави. То есть поправляете человека, потому что он смещается, он думает, что удобно так давить, а вы видите, что он не так давит. Еще разок и хватит. Назад, ты видишь, назад. Ага. Для того вот. Уезжаешь. Да. Вот. Хорошо. Еще разок. Опа! Отлично. Хорошо. А какой здесь вес получается? Чего? Какой здесь вес? Здесь 560 килограмм. Следующий. Так как человек вообще не занимался, надо начинать с минимума. Сейчас, подожди. Сейчас выставим. Все как положено. Подожди, не спеши. Повернись ко мне. Повернись ко мне. Смотри, ты станешь вот так, вот где-то на ширине плеч, вот так примерно. Станешь, да? Станешь. Станешь вот эти пятки, где-то вот здесь у тебя должны быть, будут. Вот. Подсядь, прогнешься. Сейчас с тобой сначала попробуем. Итак, становись ко мне. Наклоняйся. Туда. То есть в коленочках туда. Да, чтобы я на тебя набросил. Вот. Натягивай. Вот. Подожди. Все по команде делаем. Немножечко сюда. Немножечко вот так вот. Ну попробуем. Да. Хорошо. Потихонечку давим. Вот, даем. Вот. Еще разок даем. Вот. Так,
стоим. Что? Что? Нормально угол, да? Ты... Может, на один уменьшить и... На уменьшить, смотрите. Ну, да. Подсела. А то и до этого... Так. Тянуться. Вот эта вот прокладочка, сразу же это, ее туда. Подсела. Ну, да. Подсела. Опа! Как натянула. Может быть, натянула. Вот. Может, да. Да. Она очень точно регулирует. Мало одной, две. Вот так. Ножками. Вот, ножками. Чувствую ножками. О! Вот так, ножками. Опа. А, успокоилась. Головку вот так поднимаете. Когда голова смотрит сюда, вот энергия идет. Если туда, вот туда энергия. Сюда она еще больше. Давай. Вот. Не тяжело? Да, еще разочек. Не тяжело стоять? Нет. Нет, да? Ну давай, подбавим тебе. Все так же. Ножками. Вот. Ножками. Не торопись, не торопись. Чтоб тебя не болтало. Ножками. Вот выставить ученика своего. Потихонечку. Не торопись, по команде делай. Плавненько. Давай плавненько напрягаемся. Пошел, 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 пошел. Вот так, отлично. Еще разочек, плавненько, плавненько напрягаемся. Все, хватит. Большой вес. Походи, отдохни. Дальше это дело, отдохни. То есть спешить не надо, потому что как думаешь, большой вес, сразу все это ломается. Чтобы у человека вот это вот понятие было, вот как он работает. О, сюда, о, сюда. Что ты чувствуешь так? Ходишь, расскажи. Вот как-то вот так вот. Если вот так. Чувствую, вот ну так. Это хорошо. То есть боли нет. Сразу мы же спрашиваем. Боли есть? Нет. Приятно. И начинает подбрасывать. Вот это да, как да, только больше энергии, человек вот так начинает подбрасывать. Да. Меня вначале очень здорово подбрасывало, потом как-то я привык. Так, знаешь, встал, правильно? Я тебе все помогу. Это простое дело. Очень вот, сильно притягивает. Так, молодец. Села. Опа, натянула. Вот, натянула и говорите, вот свои усилия. Немножечко вот так, вот. И ножками. Даем, даем. Раз, хорошо. Еще разочек. Хорошо. Еще разочек. Вот. И ножичками. О, отлично. И ножичками. А, и ножичками. А, ну и хватит, да? А здесь какой сейчас получается? 230 и 40, 270 килограмм. А вес у девушки? 50. А, ну да. Так, а, еще подсечу. Опа, натягиваем. Подожди, подожди, подожди. Ага, натянули. Вот спасибо. Туда, вот спасибо. Туда. Пучком уходил даже. Попробуем. Во, 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 во. Видите, чтоб больше. Теперь потихонечку ножками даем. Ножками. Как удобненько. Давай, нога встречает. Да. Стопа. Стали так, чтоб никуда ничего не ходило. Ставим. Не торопимся. Плавненько, потому что все это рассказывает. И еще разочек. Вот. Ну как, нормально? Да. Еще набросим. То есть смотрите, оцениваете положение занимающегося. Чтобы он больше давил. Ну. Вот. Плавно. Плавно, плавно даем. Плавно даем. Еще разочек. Плавненько, плавненько. Во-во-во-во. Еще подвесим, да? Угу. Может, это походишь? Получается. Специалист. Вот смотрите, не совсем вверх, вперед, она по-всякому будет. Когда вы встали, вот прогнулись, и вот сделайте еще вот так вот с ремнем. И ремень как раз вам покажет положение наибольшее, где вот эту силу можно приложить. Потому что она бывает сюда сместишься, а ну как бы тяжесть совсем в другом месте. Сюда тоже. А тут вы как раз поймаете. И тогда раз ножками, вот это вот ножками. Больше ничего особо делать не надо. Так что Прокопич занимается, да?
Сказал, что все, теперь заново будет тренировать. Заново, да? Они, глядя на меня, начали делать. Во! Ножками. Вот, хорошо. Ножками. Вот, 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 схватил. Давай ножками туда ее. Отлично. Вот очень хорошо. Ножки до конца не выпрямляются, то, что надо. Ну что, хватит на это? Еще подвесим. Ну да, что-то легко. Легко, да вот тут все эти. У тебя вот так правая нога съезжает почему-то. Это если съезжает, тут натерли уже валенками, надо подкладывать подкладочку, чтобы она это не скользила. Потихонечку, слишком быстро напрягся. Вот. Вполне нужно. Да, вот второй раз он хорошо сделал, третий раз хорошо. Ну, четвертый разик. Все. Давай. Раз. Натянул. Так, сюда ко мне подошел. Ко мне подошел. Ко мне подошел. Так. Чуть подсел. Подсел. Давай. Натянул. Чувствую голову, да. Чтоб вперед-назад, чтобы он не соскакивал. И потихонечку. Отлично. Пошел. Хорошо. Больше ножками. Вот, видишь, вот это то назад смещался. Вот, 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 вот. Чтоб ножками давай, потихонечку. Вот, хорошо. Еще разочек. Давай. Отлично. Отлично. Пошел, пошел. Волнее ножками. Ничего не скользит или скользит? Скользит, левая нога немножечко уезжает. Голову что-нибудь вести? Вот это висит, по-моему. Дощечко, да? Так. Натянул. Натянул. Да, вот так встал. Ловенько. Ножками. Хорошо. Сейчас. Да, посмелее немножко. Ножками, да, да, да. Хорошо. Еще разочек. Отлично. Хватит. Походи, да? Ага. Вопросов нету? Или все по ходу действия освещаются? По ходу. Сначала со своими учениками вы тут как это? Как мамка тут. Не видите? Натягиваем, одеваем, держим, смотрим. Сюда ко мне поближе бы стал. Да-да-да-да-да. Нормальненько. Наклонился вперед. Вот сюда. Вот. 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 Потихонечку. Хорошо. Еще раз. Хорошо. Еще разочек. Потихоньку, потихоньку, пошел, 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 пошел. Отлично, ушка там прибыла. Вот так вот продавил. Давай еще разочек. Пошел, 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 пошел. Отлично. Хары. На ушко шепчитесь. Любви признаетесь. Еще или хватит? Ну, да, можно еще зайти, завершающий сделать. 390, 410. Ну а тренажер так же ходит или у него там. Получше или нет? Нет, то же самое. То же самое. То же самое. Все так же ходит, да? Да, ничего такого я не вижу. Там эстетика просто у него добавлена, а так в целом. Ну да, у него так хармировано. Да, да. Папа. А в целом ничего такого. Так, ко мне, ко мне, ко мне подвигайся. Ко мне. То есть посмотри, пятки куда-то у тебя должны быть. Вот. Давай, натянул. Натянул, вот. Вот, так, 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 так. Вот так вот. То же самое. Пошел, 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 пошел. Сразу же пошел. Еще раз пошел сразу. Вот. Вот такая работа. Еще раз. Давай. А!
надо подзаводить иногда, чтобы это. Нормально завел? Да, да. Это отлично. Без оскорбления? Не, не, вообще. Ты мне лучше. Хорошо? Да, еще можно. Можно еще добавить? Ну давай, давай. Пошла жара. Так вот, именно когда энергетика возбуждается, тогда еще. Да. Еще хочется. Да пройдись. Вот это 700 килограмм. Да, сделай. Вот тут как раз должна быть уверенность. Настроился. Все по моей команде делаешь. Подошел ко мне. Подошел ко мне. Подсел. Подсел. Давай, начинай. С энергетической дугой вообще возникает очень интересное состояние. Так. Готов? Да. Натянул? Да. И потихонечку. Пошел, 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 пошел. Отлично. Ну все. Да, слышь, 5 рублей. Сначала сопротивление такое прям. А потом вот это с мертвой точки снимаешь и все. Потом тебя уносит. Уносит. Ты песни поешь, уносит меня. Да. И уносит меня. Благодарю, Геннадий Петрович. Ну отлично. Следующий. Рост одинаковый, да, примерно? Да. Валенки, вот они. Настроение поднимается сразу. Вот. Это со мной. Ну да, конечно. Натянул, вот так. Так, так, так. Вот, хорошо, головку поднял. Головку поднял. Подожди, подожди, ниже. Для меня пока еще. Ну ладно. Дальше ниже. Нет. Понял. Все, выходишь. Ничего, выходишь, выходишь. Это слишком. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Надо чуть побольше. Пообщались, Максим. Вот так вот. Ну, еще разочек. Вы сами откуда? Краснодар. Краснодар хороший. Вот. Подсел. Натянул. У кого? Немножечко туда, чтобы вот это как сюда провалилось. Ко мне подошел, туда назад. Ноги чуть пошире. О! Теперь вот сюда съехал. Вот так пошатался. Чувствуешь, где натяжение больше? О! Головку приподнял. Да? Ага, головку приподнял. На спину нет чуть-чуть. Ну давайте, на спинку. Да, надо прочувствовать вот здесь прям где на ножками давим. Ножками. Да. Ножками так потихонечку давим. Пошел, 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 пошел. Вот. То же самое. Вот. То же самое. Вот. Еще разочек. Ага. Чтобы таз не ходил. Потихоньку убираешься сразу же. Потихонечку. Во. О! И еще разочек. Отдыхаем. Нормальненько? Да, хорошо. Походили, прогулялись. А тут сколько было сейчас? 360. А, так. Ну хорошо. Ходим, тут важно в первом занятии ничего не добавлять. Да, да, да. Главное, чтобы человек он научился вот как давить, где кость лежит, где он лежит. И пойдет, попрет. Натянул. Опа, натянул. Вот здесь вот как раз в этом. Вперед съехал, вот, вот это. Дальше надо вот этот. Вот эти. Вот когда дальше вот этот, да. Вот человек, видите, стоит, у него крови больше. И вот это давит тазом. А так он пытается больше горбун там сделать. Нормально? Вот сюда вот давление идет. И потихонечку. Еще потихонечку. Вот она. Потихонечку напрягаемся. Та-та-та-та-та-та-та. И еще разочек. Пошел. Опа. Хорош. Да? Добавим? Добавим. 400 и хорош. 400.
ко мне. Вот, плавненько. Выше. О, хорошо, да, еще раз. Да, вот. Ну и хватит. Да. Следующий ключи заведующий. А я пока требую. Раз, два, три, четыре, пять. Да? Раз, два, три, четыре, пять. Потом смотрите, у меня пояс переделан, но у Прокопича вот эта вот штука слабая. Я ее поломал. О, ничего себе. Она слабая, да, поломал. А тут приварили особую штуку, которая держит, ну, тонну 400, видите, легко и просто выдержала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, смотрите, еще раз показываю. Становимся вот так вот, мы уже встали. Потом просто только раз и сюда. Опа, и я на вам. И вы натянули. И по команде будете делать. Становитесь. Так. Хорошо. Подсели. Опа! Натянули. Во-во-во-во. У вас хоть вначале что-то не получалось, но сейчас вы стали отлично. Так, ножки расставили так, чтобы вам удобно давить. Удобно давить. И начинаем потихонечку. Потихонечку давить. Раз. Хорошо. Еще разочек. Хорошо. И еще разочек. Отлично. Все, хватит. Выходим. Еще выше делаем. Полы несколько не попали. То есть вот сейчас еще будет лучше. То есть вот так вот регулируйте, чтобы человеку было удобно давить. Что, уже все? Опять? Так, вот, подсели. Натянули. Отлично! Ноги пошире расставили. Вот пошире. Во! Во-во-во-во! Во-во-во-во-во! И сюда даем. Очень хорошо стоите. Ножками теперь даем просто. Отлично. Так. Теперь смотрите, ножками давим, а туда-назад не едем. Ножками давим. Вот. Смотрите как. Вот, давайте ножками еще разочек. Не торопитесь. Когда плавненько, ничего не скользит. Плавненько. О! И еще разочек. О! Хватит. Лучше сейчас стало вот давить. Ноги. Такая нога выросла. У меня один из первых занимался это. Да, еще раз. У него ноги были разные. В каждом какой-то перекос был, и он носил устилку. И вот он сделал этот ногами только раз, и только удивленно побежал к зеркалу. У него рост выше меня, 1,90 м с лишним. Ноги вырвали, а мне сказали, они там. Как, ну, кривые там будут. Я говорю, что там тебе? Говорит, мне врачи пообещали, говорит, давай 450 тысяч, и мы тебе болты ввинтим в позвоночник. Все будешь ходить. Как железный проводник. И тут позанимался, ё-моё, все стало на место. Так, то же самое. Давай. Натянули. Так, ножки пошире. Так, вот, подождите. Вот, ножки пошире. О! Вот она, седло. Куда сюда покачайся? Седло, да. Вот так. Чувствуете, где она? Во! Стоит. И теперь плавненько даем. Плавненько. Вот. Отлично. Головку подняли. Вот. Видите, легче. Давайте. Вот. Еще разок. Это там трется наша. Вот. И еще разочек. Ножками. Вот. Ну и хватит. Получить удовольствие. Кто следующий? Вот так вот. Во.
Вот. Немножечко повыше. Вот, хорошо. Ну, еще разочек. Вот, хорошо делает ножки, да, выходит. Значит, что, ему надо сейчас прокладочку мы сверху. Ага, и это самое, отверточку сейчас что-то. Как человек привык делать. А он все равно не держит, да, замок? Ну, он держит, он слабо, если сильно упираешься. На какую высоту? Ну, давайте на первую. На первую? Вот эту? Да, да. Все, вот так вот, чтобы он не вертелся. Подожди, прокладочку, прокладочку, прокладочку. Раз. Натянул. О! Вот теперь то, что надо. Теперь угол хороший как раз давить. О! Отлично. Еще разочек. Отлично. Добавляем. Также. Хорошо. Также. Хорошо. Добавляем. Стоишь или отдохнешь? Стою. Пошла. Хорошо. Еще разочек. Хорошо. Ну, походи, отдохни. А сейчас здесь сколько? 600. 600 килограмм. Ну, конечно, если людей много, надо пару тренажеров. А то брать по этому, по росту, чтобы они меньше меня. И вперед. Отлично. Ниже не нужно ли? Да, вот сейчас сам отрегулирует, да? Хорошо. Еще прибавляю? Да. Пошел, 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 отлично. Ну еще сейчас прибавим, да и закончим. Пошел, пошел, хорошо. Еще разочек. Еще разочек. Сейчас это сколько получается? 680. 680. 760. Ну что, нормально, да? Нет, это хорошо. Да? Сейчас. Да. Расчувствовал. О. Будете делать тягу и этот. Сделаем, сделаем, да. Втроем. Упражнение. Я сейчас вам попробую показать вот этот силовой прикол. И потом вместе со мной синхронизируем. Да? Стали. Уже вы должны вот в таких весах стать совсем другой личностью. И сейчас мы с вами попробуем эту махину сдвинуть. Тона 20. Такого никто не делал. Потихонечку. Пошел, пошел. И потихонечку. Пошел, пошел. Чуть-чуть было. Да. Этого было достаточно. Сильно вложились? Я вложилась. Нормально вложилась. Так что вот. Прокопич, скажите, Прокопич, ты там можешь? То есть я вам постарался показать не то, что как тренироваться, но и что в итоге получается, чтобы вы сами видели. Что этот завес, как он поднимается.